В России пройдут Всемирные игры дружбы. Аналог Олимпиады обойдется России 8,3 миллиарда рублей. Такая сумма указана в проекте указа президента, подготовленного Министерством спорта. Летняя Олимпиада пройдет уже в следующем году в Париже, но Россия придумала ей свою альтернативу. Всемирные игры дружбы с 27 видами спорта. Их устроят в июне 2024 года во время ПМФ. Основной площадкой для соревнований станет Москва, а в Екатеринбурге организуют турниры по водным видам спорта, легкой атлетики и дзюдо. Кроме того, в честь спортивных состязаний в обоих городах также развернут масштабную культурную программу. Минспорт подсчитал, что на всемирные игры придется потратить 8,3 миллиарда рублей. 3,3 миллиарда из них возьмут из региональных и федеральных бюджетов, а все остальное из других источников. Для подобных мероприятий это уже отработанная схема. Всемирные игры должны не только популяризовать спорт, но и позволить российским спортсменам продолжить карьеру. Из-за решений МОК они не могут участвовать под национальным флагом ни в Парижской Олимпиаде, ни в играх 2026 года, которые пройдут в Милане. Большое спасибо, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.